Кристина Агилера – известная любительница всевозможных розыгрышей. На днях она была приглашена на ночное ток-шоу Джимми Киммела, в рамках которого приняла участие в очередной забавной съемке, по сценарию которой шутила над посетителями одной из кофеен в Голливуде. 38-летняя певица пряталась на кухне, а в тот момент, когда посетители заходили в кафе и начинали выбирать на витрине пончики, она начинала экспромтом петь песни. В этих композициях, которые транслировались через колонку, Агилера описывала одежду и манеру поведения клиентов заведения. Пока люди недоумевали от происходящего и пытались понять, откуда именно идет звук, Кристина неожиданно выходила с кухни и вручала каждому из них пончик. Многие, увидев звезду, не растерялись и начали петь и танцевать вместе с поп-дивой. Напомним, летом Кристина Агилера приняла участие еще в одном розыгрыше в рамках другого ток-шоу. Тогда замаскированная звезда вместе с известным телеведущим Джимми Фэллоном спустилась на одну из станций метро Нью-Йорка. Вместе они начали исполнять для прохожих песни, а после рассекретили свои личности и собрали вокруг себя целую толпу восторженных фанатов.